Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа. А это Hollow Knight, или же Полый Рыцарь. И мы продолжаем это замечательное прохождение. Блин, я там в темноте разбился. Вот буквально, вот, мне кажется, вот столечко я не дошел. Вы говорите, возьми, пойди, купи фонарик. Но это для слабых. Фонарик это для слабых. Я ж сильный. Я хочу без фонарика пройти. Подожди. Ага. Вот как это работает. Спасибо тем, кто написал, что можно, кажется, отбивать снаряды. Прикольно. А, блядь. А нет, тут моя душа. Я сюда иду? Вроде да. Да ты, блядь. Так, ну-ка, давай-ка еще раз. Что это думает эта херня, я ее не пройду в темноте? Ха-ха. Ошибается эта херня. Так, здесь наверх. Здесь сюда, здесь наверх. Вот здесь я. Ага. Уебався. Сейчас мы пройдем. Ты что думаешь, я не смогу пройти это? Охо. Как же ты ошибаешься? Блять. Так. Наебалово. Нет, ладно, ну это ладно. Супер душно без фонарика, я с тобой согласен. Где она, что, нет? Не появится? Мы, так скажем, не будем страдать лишний раз. А просто пойдем. Нам куда? Можем вниз спуститься, посмотреть, что там вообще. Мне вообще сказали, пойди победи босса, за него тебе дадут ништячок. Может, мы как раз босса сходим победить? Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ошибочка. Так, ну вот на нем можно перепрыгнуть. Ну это же позволяет механика, я говорю, правильно? Типа вот так вот. Чик. А? Туманный каньон, блять. Это еще что такое? А, у меня нет карты. Все, нахуй.
Понял, понял, понял. Нахуй оно надо мне сейчас. Не хочу страдать. Ну тебя нафиг, сраный жук. Так, ну туда я не могу попасть, да? Иди в жопу. И ты иди в жопу. И друга возьми с собой. Ладно. Давай вот так сделаем. И пошли. Тогда к лавочке. Поверху мы сейчас здесь поднимемся. Пройдем под низом. Типа как надо было пройти. Не души. Ай. Да, блядь. Так, ну нам чисто прямо и довольно далеко. Через один проход, еще один проход, потом прямо. Хотя еще один есть наверх где-то. Видимо, вон там, но я до него не достану, да? Ой, блядь. Я так ее испугался в первый раз, а это маленькая такая тефтелька вообще. Ну не, не достаю. Ну, видимо, там проход как раз таки. Как козявка, блядь, бегает тут. И вот здесь. Здесь можно пройти? Подожди, а куда это я? Попаду. Попаду. Эх. Да, бля, пердежный жук. А тут еще какой-то проход сразу. Давай откроем. Что? Ибанумба, как там вообще проходить? Это вообще... А, реально? Не, по-моему, это, блядь, мне какой-то скилл нужен. Так, ладно, пойдем к боссу. В любом случае, ты мне сказал, что если пройти босса, то я получу ништячок какой-то. Так что пошли. По щекам ему настучим. Или ей, да? Ей. Ей по щекам настучим, получается. И пойдем. Я что-то испугался, что я... Ага! Я вспомнил! Я посмотрел, я вспомнил. Оп-оп, все, все, все. Я вспомнил! Давай, например, пиши в комментариях тайминг и такой... Он вспомнил! Не, ну чё ты? Ну я вспомнил же. Так, где-то здесь лавочка. Вот, лавочка. Карта обновлена. Ага. Нам теперь наверх. Один раз наверх и в ту сторону. Окей, пошли. Да иди ж ты в сраку. Козюль. Пердежный чел. Ого! Обманул чела. А, и сразу мы здесь. Нет, мы не здесь. Ага, я тебя видел.
Не, нам дальше. Вот сюда нам. Так, ну мувсет, я ее примерно начал понимать. О, вот этого не было. И вот этого не было. А, и вот этого, да. Что, постукать можно было? А я не постукал, да? А! Ах ты! Ай! Так, все, поговорим. Ой. Ну это легко было на самом деле, когда понимаешь ее мувсет. Просто в первый раз у меня было это. РТ, что такое РТ? Нет. Хочет ли разбить печати? Что? Их нельзя разбить. Их нужно разбить. Дай нам поспать, маленькая тень. Возвращайся во тьму, оставь нас в мире и покое. Кто, блядь? Что так нос, сука, чешется? Не. Так, а куда мы? Ну давай, ладно. Извините, я просто так этого ждал. О. 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 Опять чихнул в серии, смотри-ка. Блять, дважды чихнул в серии, ё-моё. Ой. А куда мы идем? Ну, неважно, пойдем. Может, тут трамвай откроется сейчас нам? Я могу так сквозь врагов проходить? Мне кажется, вряд ли, да? Пусто нож чешется. Чешется нож. Озеро Ун. А ты вроде норм, да? А! Я немножко привыкаю на том, чтобы прыгать на нем. Ну там я точно не долечу даже вот с этим прыжком, мне кажется. О, здорово. Отдохнуть. О. Карта обновлена, понял. Ма,
А, ты такой. О, приветствую. Кажется, мы оба с тобой сбились с пути. Поверить не могу, что эти пыльные древние тракты могут привести в такие цветущие живые края. Кажется, тут поклонились кому-то, хоть и видно, что этого идола уже давно забыли. Впрочем, это место подходит не только для поклонения, но и для отдыха. Я увидел там очень странного товарища. Кажется, он пристально наблюдает за озером. Я хотел было поздороваться, но подумал, что лучше сначала подточить гвоздь, если вдруг что-то пойдет не так. Твой гвоздь неплох, как я гляжу, но уже порядком произносился. Не спорю, тут наверху. Он еще послужит тебе на славу, но спустись ты вниз и встретишься с опасностями, которые наверху и не слыхали, и не слыхал. У нас прекрасное место для истовых исследователей вроде нас с тобой. Такое напряжение, волнующее странствие тут либо на стороже, либо уже мертв. Понял. Давай попробуем. Подожди. Или можно? Одна летала, которую можно вон стукнуть, блядь. А если еще будет ниже, то я смогу за нее зацепиться. Прыжком и ударом. Вон одна, видишь, у нее жопка летает. Но я не, я так высоко не прыгну, чтобы от нее отрикошетить. Не, так не прыгну высоко. Возможно, тут есть какой-то секрет, но я не понимаю, какой. Так, нам сейчас куда? Нам сейчас обратно. Боже, как прекрасна вот эта штука. Просто великолепно. Так, а теперь я могу вообще куда угодно попасть, я так понимаю. Например, а что у нас здесь? Бля, тут возле босса лавочка была. И трамвай. Жук. Блядь, ты все это время был здесь, жук. Поехали. Это все это время было так близко. И вы все... Ты молчал все это время, что прям под ней была лавочка. Я, блядь, через пол... Через... Ой, ты какой... Я через полкарты бегал из-за тебя. Мог бы сказать, Сережа, что ж ты бегаешь через полкарты? Там же рядом лавочка. Ну что ж ты? Что ж ты? Сколько у тебя фонарик стоит? Нет, фонарик. Кстати, хорошая штука. Что расскажешь? Вижу такое, вокзал Рогачей снова открыт, а ведь это здание пустовало еще до меня. Ох, я слышал много историй о тех чистых туннелях, целая сеть простирается на все королевство. Не то, что я буду так кататься, не... но ты. Меня и тут все устраивает. Да. Поехали. Так, ну обратно поехали. По зеленой тропе еще погуляем, мы там много куда могли сходить. Блин, ну с вокзалом, конечно, ну блин, да. Так, куда? Вон в самый низ давай сходим для начала. О.
Подожди, я тут вообще как будто бы не был. Ага. Я тут вообще не был, по идее. Вот, теперь я смогу проходить всякие испытания, да? Типа вот здесь что у нас? Ага. Ай-яй-яй. А обо что там вообще? Ай, блядь. Не, как бы ок. Вот сюда ок. А дальше чё, куда? Я не могу так далеко. Всё ещё это всё мне не хватает опять. Пиздец, что такое? Вон в середину можно куда-то. И туманный каньон у нас открылся. Давай в середину сходим. Я уже не помню, что там. А потом в туманный каньон пойдем. Что? Еще где-то можно было, кстати. Мы сейчас... Не, не сюда. Там же некуда больше. Я там везде был. Ну да. Вон какая-то штука, кстати. Блять. Угу. А как? Сука, почти. Но это нереально, по-моему. Да иди ты ж нахуй. Ну как это сделать. А, ты чё? Так, а нафига мне сюда? Мне сюда не надо. Мне вот сюда надо. Шорткатик. Колючки и страданий. Что это такое? А это на лавочку, я так не могу, да, посмотреть? Прикольно. А у меня что стоит? Так, ну это, я так понимаю, нам в нижнюю локу теперь. Есть где-то лавочка поблизости карту сверить? Не, только в конце. Ну или вот здесь наверху, да?
Нет, вообще далеко лавочка. Ладно. Я думаю, в любом случае туда пойдем. Ах, сука. Подожди, нам отсюда вниз? Да. Ай, блядь. Блин, как хорошо и быстро стало перемещаться. Так, и, ну да, нам только вниз, значит, остается. Вниз же, да? Подожди. Там светили... А что за светилище? А-а-а, сраное светилище. Ладно. Мы туда еще вернемся. Бабок, сколько там? 1800 надо заработать, да? Надо будет заработать. А-а-а. Вот тебе пельмешка. Я внизу что? Я что-то так пролетел. Ты, блядь. А как от этого убегать? Подожди. О, чисто на уверенничах постукались. Чё вы, говняшки, блядь? Где вы? Нормально. Прикольно, мне понравилось. Это было интересно. Мне сейчас непонятно где, но у меня есть проход еще. А там наверху я был. Так, и тут у нас... Где я вообще? Тихо. Непонятно, как до нее достать. Так, я же, если сдохну, это ж пипец. Я ж хрен знает где вообще. Какая-то штука. Ой, а сюда как?
Ай, блядь, затупил. Сука. Так можно было? Мне сейчас говорят... А, да, в сундуке тоже падают, правда. Ой, слышу вон, дифтельку. Сука. Как же, блядь, до вас достать-то? Я ж хуй знает где вообще. Ёбаный рот этого казино. Куда мне вообще? Вниз как-то пройти надо. Да идите тоже нахер. А, нет, кстати, я не слишком далеко. Ну вот я и здесь, собственно. А где душа? Э! Черт, блядь! Так, а когда надо? Блядь! Козел! Сука, я так близок был! Почему ты так далеко, сука, уходишь? Это тяжело было прям. Так, пельмешка, ты бы знал, чем мне это стоило. При всем желании не достаю. Блять, ну что, мне тут еще что-то надо, чтобы достать? Да вы охерели? Ой, долбоеб. Нужно еще что-то, чтобы достать дальше. Не надо. Не надо. Так, ну у нас получается путь теперь только, да, в Туманный каньон. Подожди там. Хилка ходит моя. О, еще хилка. Чтобы домой уже не возвращаться, а то так впадлу. Так, ну по идее, сейчас же должен с краю где-то быть сразу. Я долбоеб. Ага, стой, подожди. Это я не туда пришел немножко.
Ну да, нам теперь вот туманный каньон или как его там. Ах ты падла такая. Да иди нахуй, ну зачем так делать? Сука. Ты должен прыгнуть на жучка, либо сделать вот так, чтобы туда пройти. Или пошел нахуй. Так, ладно. Что это? О! Я его слышу. Блять. Подожди-ка. А что? Как? Почему ты не хочешь прыгать? Что это такое, блядь? Как это вообще проходить? Кровная жижа какая-то. Да ебать, он вообще хуй знает, куда меня уебал. Да, давай, вставай, пойдем. Нам дали пизды. Так. Да, сука. Зал королевы. Здорово. Вот это дело. Я не ждал обнаружить огромный вокзал рогачей прямо на дне этого туманного колодца. Должно быть, жуки Холонстена были удивлены народом. Удивительным народом. Еще бы. Построить огромный вокзал в такой глуши. Похоже, те опасные твари еще не нашли дорогу сюда. Тут можно прекрасно передохнуть. Только представь, как здесь было в прежние времена. Только толпы жуков снуют по всему королевству, безумолку звонят колокола для рогачей. Вокзал полон суеты и жизни. А теперь только жуки вроде нас с тобой знают про это место. Есть потом что-то особенное. Радоваться виду таких мест даже во времена их упадка. Так, это все хорошо. Понял. А где, ну, сам вокзал? Вот здесь?
Вот, хорошо. Да. Ну ладно, мистер Рогач. Заводи. Благодаря тебе могу вновь путешествовать по королевству. Иногда. С каждым новым вокзалом чувствую, как пань возвращается ко мне, будто бы мысли вновь находят на туннеле у меня в голове. Продолжай открывать новый вокзал, и за это я буду тебе безмерно благодарен. Давай в грязь мут сгоняем. Я так понимаю, копим на фонарь, да? Фонарь нам очень нужен, потому что... Так, что за у тебя? Еще кусок маски. А у меня сколько вообще кусков маски? Один? Патмос, чё? Ну, копим на фонарь тогда. 1800, да? Пока сохранимся. И продолжим в следующей серии. Блин, челы, напишите, как эту штуку пройти. Барьер этот сраный. Желательно. Просто скажите, ну, примерно откуда как идти. Вот, буду вам безмерно благодарен. Потому что, ну, только без карты, это прям с моим топографическим кретинизмом, это пиздец, как путешествовать сложно. Вот, увидимся в следующем ролике. Спасибо, что посмотрел до конца. Спасибо за лайки, за комментарии. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил. Всем пока!